Возле подъезда, возле дома стоял он с сыном и еще соседом. И приехали вот эта труба, бац, и нас. Убили украинские. Там подстанция была, они подстанцию, ну оттуда осколки полетели. Сына Вадим, 51 год, было ему 11 марта, а 14-го. И внуку 20 лет перебили ноги, и не знаем где ничего. А его не вывезли там где-то? Как? Вы же не представляете, что там творится. Там же ад. У меня осколок вот в руке. Это вот муж, больной, лежачий. Не знаем, где дочка еще, и не знаем, где внучка. Люди убегают, а им стреляют во дворах. Там трупы лежат. Там двор услан этими трупами. Козу. До чего наглые. 14-го убили сына. 15-го там, через балкон залезли в квартиру. И пришли к невестке, говорит, дай переодеться. Уже ж россияне гоняли, дай переодеться, а она сама в квартире. Вот достает одежду и говорит, это моего мужа вы вчера убили, это сына ранили, вот берите. Они у нее переоделись, одели сына моего убитого костюм и внука, и ушли. Это можно, это вообще, я не знаю, как можно перешить. Убили сына, ранили внука, потом пришли, одели одежду их и ушли.